Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Honor 7X сделать сброс настроек камеры. Для начала открываем нашу камеру, затем проводим вот так пальчиком, чтобы перейти в ее настройки, спускаемся в самый низ и выбираем последнюю опцию «Восстановление настроек». И подтверждаем. И после этого все настройки камеры будут сброшены до значений по умолчанию. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!